Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если хочешь поскорее закончить школу или универ. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юра Чеглюк, и сегодня у нас танковая битва в Лего Брик Рикс. Всем бобра, друзьяшки. Так, Глюк на своей заниженной какой-то Т-92. Это новая Приора. Новая Приора? Да. Вау. Почем, Брэл? Какого года? Ну, вообще, вот только в этом году выпустили новое прям. А что значит 271? Экспериментальная. Нихера она дымит. На что, на дизеле, что ли? Ну, она не. Ты сейчас негром там станешь. Это опасно. Она на радиоактивном топливе, она его просто сжигает. А у меня, короче, Калина 19-го года. Да? Ну да, один в один. Короче, друзьяшки, у нас сегодня будет битва между этими прекрасными двумя ладами. Сейчас я разгонюсь, подожди. Я сейчас, подожди, разгонюсь. Нам нужно спрятаться, но мы будем это делать долго. Ты, короче, прячься, а я поеду просто прямо, надеюсь. Господи, 20 км в час, господи. Да. А у меня 50 выдает, даже 60. Хорошо. Ох, я разогнался сверху. За каждый лишний километр будешь получать по шапке. Штрафы тебе приходить. Я дрифтую на танке. Ты давай меня ищи уже, дрифтер. Я просто стреляю во все, что вижу. Давай. Правда? Давай. Здравствуй. Привет. Похер мне. В смысле? Вообще насрать. Это Калина. Это как? Я его пальнул, у него нет пушки, он продолжает стрелять. Чё вообще? Самое прикольное то, что этот... Я кое-как заехал. Чё ты делаешь? Ты чё такой неубиваемый, слышишь? Ты чё, дурак что ли, братан? Чё за модель такая? Вроде у меня последняя, а чё-то такое ощущение, что у тебя. Чё ты делаешь? Дай развернуться. Да я пытаюсь тебя убить. Ты не убиваешься. Ты просто огромный кусок, не знаю, кусок железа. Калины. Называй. Кусок калины, да. Господи. Ты сдохнешь когда-нибудь, нет? Да. Ты умер? Да. Спасибо, ура, я победил. Господи, what the fuck вообще. Я поехал. Тебе удобно, да? Ну да. Ну ладно, ладно, я не буду тебе мешать, хорошо. Я такой беззащитный вообще, господи. Так, все, я улетел в другую часть города. Куда ты улетел в другую часть города? Ты на мне идиот. Ну, я улетел, чтобы поставить себя в другую часть города. Все, давай, я готов. И я готов. Твоя самая главная задача — выехать ко мне лицом к лицу. Вот это моя главная не задача. Это задача твоя самая главная, номер один. Я прям не знаю, короче, я на одном месте даже развернуться не могу. У него башня, я не знаю, с чего сделана. Это, короче, такой жирный Маус Калин. Ну, то есть она не поворачивается, что ли? Она поворачивается. 3 градуса в секунду, может быть. Вай-вай-вай, что-то меня глючит так. Да. Выглядит он намного страшнее, чем, в принципе, этот. Может. Это, по-моему, это просто артиллерия у тебя. Это Маус. Калина Маус. Что это? Немецкий танк. Немецкая Калина должна быть с хорошей сборки. Ну да. Почти как Мерседес, да? Лучше, братан. Опа, кто это там такой катается? А, это кто там респаунится нечестно так рожей ко мне? Это, короче, это новый перк. Ауч! Не, ну конечно, ты меня с одного раза пальнул, естественно. Так еще попасть надо. А он исчез, да? Ага. Все, я зареспаунился. За DVD, блин! Ну что? Это нечестно! Это я хотел читерить. Блин. Это я тут нечестно играю. Какашка. Все, я просто раскусил. Все. Просто улечу от тебя. Эй. Ну не обижайся. Нет, обижусь. Не обижайся. Вот ты хотел, чтобы я играл с тобой, а вот нет. Вот не буду теперь, понял? Кис. Чё ты там пукаешь? Охерел, что ли? Добью, не добью.
Если учесть, что мне еще попадать, тебе надо раз 5, чтобы тебя убить. Вот сейчас попаду прицельным. Нет, не попал. Я просто... я представляю весь ужас в твоих глазах, когда на тебя такая дура едет и стреляет. Ты, кстати, меня еще ни разу не попал. А ты мне попал. Уже раза два. Я чудом остался жив. Самое интересное, что там, короче, от выстрелов этот... Дымовая завеса. Во! Вот теперь попал, вот теперь верю. Отлично, да. Ты меня просто... Ну, единственная возможность — это просто быть сзади у тебя. Сзади, а не сверху. Косой. Блин! Стой! Ну дай я тебя убью, ну пожалуйста, ну дай я тебя убью! Ты же должен... И не получается. Это сложно. Я идеально просто припарковался. Ай. Опа. На тебе. Вот, видишь, понял, кто здесь главный? Понял, да? Понял? Ой, у меня баг загорелся. Так тебе и надо, ты заслужил. Ну-ка, в лоб, ну-ка, в лоб стреляй. Куда тебе в лоб стрелять? А. Косой. Ёб твою мать. Прямо в форточку залетел. Однако, здравствуй. Ну-ка, замолчи. О, мы друг друга убили, что ли? А ты живой? Нет, я жив, да. Я еще и на ходу должен быть. Нет, вряд ли. Ну, короче, у меня мехвод сидит прямо где-то в башне. Я, короче, сейчас другой танк возьму и покажу, кто здесь батька все-таки. Так, все, друзьяшки. Я подготовил идеальный танк, чтобы сразить Юрыча. У меня идеальный. Это Лада Галина. Галина? А у меня, наверное, АК. Не, Лада Галина, не Калина, Галина. У меня АК. 100%. Где? Да. Точно. Лада АК? Я просто шикарен. Где ты ходишь? От одного моего вида ты просто сразу же отдашь мне свой бензин. Мне будет настолько тебя жалко, да? Да. На таких вообще не должно дуло подниматься. Где ты есть вообще? Дуло на пол шестого. Я еду, я еду. Я сочувствую тебе, братан. Так, хорошо. Блин, мы ищем его, ищем, ребята. Ищем, 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 ищем. Что-то не находим нифига. Да просто ты где-то лазишь. Ты где-то лазишь. Я тебя ищу. Нихера ты там здоровый. Ты что, меня видел? Ах ты, педро. Я видел твою большую жопу. Мы на соседних улицах прокатывались мимо друга. Главное, чтобы с жопы не напал. Попался. В смысле? Это как? Бибип, мазафака! И дрифтом в поворот просто. Все, я поехал. Меня лишили оружия, я просто поехал отсюда. А в смысле, ты же живой, что ли? Да. Я сейчас вернусь. Давай, давай. Сейчас я покажу, на что способна АК. Попробуй, догони меня. На тебе в жопень. Жопака. О! Вот это нормально, я же тебе говорил. Ты мне немножко колес снес. У меня десятка-два. Имбовая АК. У меня еще два десятка колес, ты мне ничего не сделаешь. Да мне главное тебе вон задницу подбить. Ой, а я думал, я по тебе проеду сейчас. Размечтался. Ага. Все, попался. Ну нечестно респаунится, я не респаунился. А я не респаунился, я на ужин встал. Вот жопа. Че тебе надо? Че тебе надо? Я хочу тебя просто вот. А че ты меня убил? Что сразу убивать-то? Что ты меня не лапал? Ладно. Бей фашистов. Я не фашист, братан, я на оке. На тебе минус жопа. На тебе минус все. Ну, ты сейчас сгоришь все равно. Просто одно попадание и все, и тебя нету. Только я говорю, малюточка такая. Шикарный танчик вообще. Имба. Да, на самом деле танчик у тебя классный. Такой... Все, давай, давай. Смотри. Че? Слабо тебе такое? Это же, блин, а? Юркий засранец. Я ушушал. Юркий Юрыч. Юркий Юрыч. Я тебе не бобров целовать. Так, ну где не ты? Не раскрываем секрета.
бобрам? Нет, подписчикам они не должны знать, что я целую бобров. Я что-то там в башку вертишь. Оп. Ёпа мать, нихера ты страшный. Да я вообще сам обсираюсь об своих страхах. Вы видели, как он с вертухи чуть меня не вшатал? Большой и страшный глюкозавр. А где ты есть? Я уехал. Может, вернешься? Да, вернулся. Ой, не попал. Ага, промазал. Что там осталось от твоего танка, а? Нихера, я тебе в колесо попал, жалко. Если бы попал, короче, в башню, было бы лучше. Все, я сваливаю тебя. Ты тпшишься, это нечестно. Тут должна быть тактика. А тактика. Ты тпшишься. У меня была тактика, но я не попал. Ты такой здоровый, блин. Ну да, ты меня не сорвешь. Не, ну первый раз ты мне, конечно, башню оторвал, и я все. Не, ну там эпично залетело, там под башню куда-то прилетело просто. Не стреляй в меня, бобровый сын. Сын бобров. Что ты делаешь? Зачем ты стреляешь вообще, я не понял. Едь, бобрусь, к животное. Да что ты там катаешь? Ты что, не знаешь, где я? Да, мало ли что ты там делаешь. В смысле? What the hell? Как ты меня долбанул-то, а? Я, короче, мехвода убил, видимо. Ты здоровый, я сижу, короче, прямо впереди танка. Там прям вот самое-самое такое место. Вот это попадание так что было. Ну да, но это типичная тема для всех танков практически. Да. Что ж, ребята, если вам понравилась данная серия, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии, как вообще оно вам. И всем бобра. Пока-пока, ребят.